вижу ли я себя с кем-то, с кем бы хотел из них подраться, кто из них станет чемпионом, если мне нужно будет драться с Сехудо или с Мораешем, как решит руководство, я с любым из них приму бой, если надо будет перебить весь дивизион, чтобы подраться за пояс, я просто буду это делать. Ну, то есть ты уже готов к бою за пояс? Морально, Знаете, физически? я не знаю, насколько можно, как ты можешь сам это оценивать, готов ли ты или не готов, но физически и морально я готов к этой бойне, вот. А когда на кону стоит пояс, я думаю, что это тебя более мотивирует именно в процессе твоей подготовки. Соперники непростые, но это нас и мотивирует. Я с удовольствием приму бой, который будет.